Этой птице предположительно 2 года. Серый журавль занесен в Красную книгу Самарской области. Они летают косяками, но эта птица от стаи отбилась. В потемках самарцы нашли ее на берегу реки Сок. Журавль был ранен, клюв истекал кровью. На лестнице, на спуске в Волгу, журавль. Он раненый уже был? У него были расправлены крылья, мы не знаем, откуда он появился. Может быть, приплыл, может быть, упал, может быть, врезался в берег, не знаю. Лилия оставила птицу на ночь у себя и обратилась за помощью в социальные сети. Запись увидели работники зоопарка. Зоозащитники приехали, осмотрели журавля и забрали с собой, чтобы вылечить. У птицы оказалась травма головы и клюва. По одной из версий, при перелете она врезалась в кабель. Обычно это происходит в темное время суток. И летят журавли. Ну, они могут или днем лететь, могут и в темноте, в сумерках лететь. Во что они чаще всего врезаются, это провода. Пострадал клюв, это не очень страшно. Пострадало то, что внутри клюва и внутри головы. А тут надо смотреть уже. Угу. Обычно при ударе головой состояние птицы, ну и будет ли она жить или нет, надо несколько дней для этого. Этой птице не повезло. Помощь пришла слишком поздно. Мария Левина, Николай Епифанов. События.